Уважаемые друзья и дорогие друзья, сегодня на обзоре у меня вот такая бензопила. Вот, это классик, я думаю, что все ее знают. Это номер MS-180, это бензопила Штиль, это классика. Ребят, пришло время, потому что я уже устал напиливать обычной пилой, и поэтому решил все-таки и купить эту бензопилу. Так что начинаем делать обзор бензопилы MS-180. Поехали! В общем, ребят, сделаем сейчас такую операцию. Добавим масло, добавил топливо. Вот здесь есть две такие емкости. Обратите внимание. Первая емкость вот эта. Это здесь есть эмблема. Это для топлива. Заливается сюда топливо. Это откручивается и заливается топливо. Я уже сюда его залил. Добавка. Масло, которое добавляется в бензин. Бензин 92-й. Вот, разбавляется, получается, этот тюбик на 5 литров. Сюда, в это отверстие, вот сюда, здесь тоже есть эмблемка, масло, вот, заливается именно масло для цепи. Такое вот масло, которое для этой цепи. Поэтому сейчас мы открутим вот это и зальем масло для цепи. Ведем залив, чтобы вам было видно. Развернем, уберем. Открываем масло, скрываем его. Думаю, что вам видно, да? Видно. Возьмем. Так, заливаем не до конца, чтобы был воздух тоже там в этом пространстве. И закручиваем. Закрутили. Немножко докрутим. Легонечко, чуть-чуть, чтобы не открылось. Закрутим это масло. Вот. Ребят, здесь, значит, топливо, здесь масло. И теперь что ж? Идем запускать, ребята, на улицу.